всем привет! Я пошла за посылкой с моей помощницей. Старших детей сбагрили бабушки. Там приехали племянник с племянницей. Вот. Маленько, чтобы там они поиграли, потому что тут сегодня холодно и в доме слишком мало места для такого количества детей. Вот. Пришел, скорее всего, Василек. Вообще почта у нас в отпуске, она только на прием посылок работает. Вот говорит, большая посылка, я вам выдам. А так, на прием, на выдачу работает. То есть то, что приходит, она принимает и выдает. А так, который нам посылки отправить, она не принимает. Это только на следующей неделе, в конце. Так что кто у нас заказывал, маленько подождите. Саша, зимовник с Пашей, по-моему, там утепляют опилками. Как всегда, наверное, ничего не снимают. Так, забрали посылку, такой мешок здоровенный. Это Василек, это Юля, это Рита и Ваня. А, я как Матрёна такая. Мама, зима не начинается, не и получается... Рит, тебе показать? На голове, если что-то пытаешься нормально сделать, шапку уже не оденешь. Либо оденешь, там уже потом капец что будет. Ваня не видит. Иди, Рита, а то я тебя задавлю. Здрасте. Маленькая, иди вперед. В общем, мы решили в этот раз поделиться с нашими зрителями и сделать розыгрыш одного комплекта постельного белья. В общем, на распаковке все покажу. Юля, можете тоже поучаствовать. Удачи испытать. Будем раскрывать, смотреть, показывать, что заказывали. Бортики Вани в кроватку. На самой кроватке уже покажем. Постельное место готово. Нарядненько выглядит. Цвет, правда, уже у нас темно, и тут освещение не очень. Мне кажется, очень практично, потому что можно подушечками отдельно пользоваться потом. У нас боковина уже опущена, Ваня умеет с кроватки слазить, поэтому так вот. У кого ожидается прибавление, я так думаю, очень хорошо в подарок даже бабушке, тете, дяде. Можно выбрать такой комплект с кроватку. Есть там и розовенькие. Ценники, как всегда, где-нибудь подпишу, чтобы ориентировались. И в описании постараюсь сделать ссылки на все товары, которые заказали, чтобы долго не искали. Так. В этот раз заказала такие милые простыни на резинке трикотажные девочкам на кровати. На резинке, конечно, всегда удобнее. Такие приятные. ХБ вроде как. Да, 100% хлопок. Посмотрим, как они в эксплуатации. Еще ни разу не заказывала трикотажные простыни. Впереди зима. В прошлый раз заказывала Даша. Гамашики теплые. В этот раз Кате. Даша... Такие они были гладкие, очень понравились девчонкам, но на Катю размера не было, поэтому Катя вот такие. Внутри прям они тепленькие. Увидела у Козаводов настоящая жизнь. Ребята заказывали такое большое вафельное полотенце, практически скатерть. Я тоже заказала, мне понравилось. Не знаю, можно накрывать что-то, продукты летом, или даже правда как скатерть, в качестве скатерти использовать. Расцветка очень приятная. Летом на пикничке. Да, летом на пикничке тоже можно. Ваньку пару колготочек. Вырастает он всего из ползунков. Колготок катастрофически нам не хватает. И в этот раз, первый раз заказала кучу носков девочкам и мальчикам. В общем, заказала разные носки. Термоноски, верблюжья шерсть. Такие. Они другие по качеству, такие колюченькие. Эти помягче. Шерсть яка и собачья шерсть. Так по ощущениям просто, я не знаю еще, как они в носке. Мне кажется, из яка такие самые толстенькие, тепленькие. И собачья шерсть тоже, они мягонькие очень. В общем, Саша потом поделится своими впечатлениями. И девочкам.
девчонкам тоже всякие разные. Но вот эти мне прям тепленькие, мне показались они. Написано, что ангорка с котиками. Еще верблюжья шерсть. И тоненькие они, недорогие были. Вот такие в комплекте были. И такие с всякими чудиками. Они мальчишкам и девчонкам подойдут. Для Ванька набор. Маленькие, тоненькие носочки. По-моему, там не было толстых на него. И племяшки тоже маленькие, тоненькие носочки. Всегда пригодятся. Ване первые боксеры. Так. И по постельному белью. Там сейчас очень удобно, появились простыни на резинке из вязи. Я заказывала ГОСТ, до этого заказывала, в этот раз не стала экспериментировать. Вязь ГОСТ очень хорошее качество, уже много-много раз стирали, не выцветает, никаких катышек, не садится, в общем, отлично себя показала. И получается, можно по расцветке подобрать... Отдельно наволочки, отдельно простынь, какую вам надо, и отдельно пододеяльник. У нас пододеяльник евро, очень, ну, одеяло вообще очень большое. А матрас, ну, двухспальный такой стандартный. Сколько у нас? Два на 140. 140 или 160? 140. 140. Да, 2 на 140. В общем, я подобрала, сложила комплектом, получается... Пододеяльник евро, простынь на резинке и наволочки. Выбрала нам одну и ту же расцветку и решили мы поделиться с вами. Будем делать розыгрыш. Заказала такой же расцветки Бязь ГОСТ двухспальный комплект. Скорее всего, как всегда, будем делать либо в ближайшем стриме, либо просто снимем видео, да, Саш, одним кадром розыгрыша постельного белья. Как всегда, все стандартно. Быть подписчиком нашего канала, сделать репост этого видео в любой соцсети и оставить ссылку на репост в комментарии под видео. Розыгрыш проведем в ближайшее время, как только сможем. Все, всем пока. Еще забыла упомянуть, что участвовать могут только жители России, потому что инициатива это наша. Платить за доставку будем мы сами, чтобы запредельная сумма доставки не вышла. Вот такие ограничения.